На ледовой арене клуба загородного отдыха станицы Сиверской состоялось открытие турнира по хоккею среди команд 2011 года рождения. В церемонии открытия приняли участие почетные гости. В их числе глава Сиверского района Андрей Дорошевский и депутат районного совета Денис Бирюков. Ну, от себя желаю вам, ребята, хорошей игры, искрометной, красочной, чтобы она вам запомнилась, чтобы вы провели достойную игру без травм и пусть победит сильнейший. Вы все молодцы, играете настоящую мужскую игру. Удачи, успехов вам и всего самого лучшего. В турнире примут участие 8 команд из разных городов страны. Ессентуки, Ставрополь, Краснодар, Сочи и Симферополь. Ну и, конечно, наша сиверская команда «Гвардия» хоккейного клуба «Армада». Мы, в принципе, стали организатором этого кубка, так как мы постоянно оказываем помощь бойцам на фронт и решили приурочить кубок, денежные средства, которые будут собраны с данного мероприятия, они все пойдут помощь бойцам на фронт. Команды откликнулись с огромным удовольствием. В принципе, все любят ездить в Сиверскую. Мы являемся достойным им соперником по игре и по опыту. Поэтому, даже несмотря на то, что с Ессентуков ехать далеко или со Ставрополя, все с удовольствием приехали. Участники получили памятные призы и подарки от спонсоров, в том числе от информационного партнера «Радио Джем».